Привет, мы продолжаем. И у нас наше изгнание. Еще есть такая новая фишка в игре, как ведомый. AGT pilot sentenced to exile. Professional star pilots everywhere are beginning to clamor for good wingmen. In a recent poll, 4 out of 5 full-time pilots claim to have hired an independent pilot to back them up on potentially dangerous missions. The market couldn't be better, according to professional wing Bradford Bricks. I can't keep up with all the job offers that have been coming my way these past few months. Corporate pilots are being sent out on riskier missions, and they're willing to pay for backup out of their own credit accounts. Spokesmen for various corporations maintain that while their pilots have the freedom to hire on extra help, the jobs themselves are not dangerous enough to warrant such action. Whether the growing demand for independent wingmen is a life-saving measure or just a trend has yet to be seen. То есть, как вы слышали, здесь есть не только доска работы для вас, но есть также доска вакансий для вашего ведомого. Да. В данный момент здесь только одно досье, самое начальное, Фикси Кэрол. Здесь указывается цена ненавременного их нанимания, а также их доля. То есть, когда вы нанимаете кого-то, по истечении контракта, когда вам выплачивают деньги, вы отдаете вот эту сумму вашему ведомому. В данном случае это всего 5%, то есть минимум какой-то. А самый максимум, насколько я помню, здесь около 35%, что ли, или 30%. Хотя мне что-то всегда казалось, есть и 45%. Но это уже в самом конце игры, когда деньги-то уже особо и не нужны. А здесь также есть описание каждого человека, которого вы нанимаете. Вот. И то оружие, которым они используют. В данном случае не густо. Естественно, характеристики. На самом деле, можно подумать по градации цены нанимания и процента отчисления, насколько лучше вы кого-то нанимаете, но в любом случае ведущий здесь такой же НПС, ну, то есть не очень много от него помощи на самом деле. Скорее просто как некая дополнительная зеленая точка на радаре, которая позволяет не так чувствовать себя одиноко во тьме космоса. So, Pixie, how'd you like working for Nebula Tours? Sometimes I forget that I left them. Notice the bright star on your right. Would you believe it's called the Dog Star? Seriously. Dog Star? Serious? I get it. That's awful. I know. Shoot me if I do that again. Please. Какие прелести. Итак, вот у нас есть наниматели, и здесь что-то не очень густо. Всего лишь 3 нанимателя. Это колонисты Бора, которые мы слышали, корпорация Галспана, которую мы тоже слышали, и та база, в которой мы, собственно, находимся. Пожалуй, это самое простое задание. Мы с него и возьмем и денег, причем платят больше всего. We have an emergency situation. The hospital frigate Blackwell has experienced a critical systems overload that puts her patients and crew in potential danger. She is stranded and needs a ship to aid her as soon as possible. Proceed to the scrapyard sector and help her in any way you can. Чё нового тут не Jake Logan, I'm here to help.
path before we're pulverized. We've got over 100 people on board. Очистить путь. Еще чего. Эта миссия проходится в два счета. Вот так. Blackwell, I'll get him to send out a repair ship for you. We definitely appreciate that. We'll sit tight here. Какой большой медицинский кораблик. Крейсер в размерах. Или фрегат, как минимум. Bring the Blackwell to a repair base. Your timely assistance probably saved the lives of over 100 people. I'm beginning to think that they made a mistake by exiling you. Good job, Logan. О, как нас похвалили. А вот как я и говорил, доля ведущего, ведомого это задание за то, чтобы летать ничего не делать, 551 кредит. Жалко. На этом сегодня все. В следующей серии увидимся.